Всем привет! Меня зовут Настя. В этом видео я покажу, как раскрывать бумажный помпон. Во-первых, убедитесь, что проволочка находится ровно по центру помпона, чтобы он был одинаково ровный с двух сторон, когда вы его распушите. Поправьте ее по необходимости. А теперь можно начинать распушивать. Сначала одну половину. Раскрываем каждый слой, отделяем друг от друга. Когда раскрыли, отделили, то есть все слои друг от друга, теперь можно их поправить. Я их как бы вытягиваю вверх, чтобы он имел красивый вид, не был мятым. Вот одну половину уже раскрыла. Поправляю. Теперь вторая половинка помпона. Отделяю листики друг от друга и делаю то же, что и с первой половинкой помпона. Когда отсоединили все слои друг от друга, чтобы удобно было держать помпон, вот я беру его за петельку, которая внутри, которая привязана леска. Я держу левой рукой за петельку и выравниваю все слои, делаю их красивыми, ровными. Если вдруг отрываются маленькие кусочки бумаги, ничего страшного, в конечном результате этого не будет заметно. Вот такой красивый и пышный помпон получился. Обязательно подписывайтесь на канал, будут новые интересные видео. Всем пока!